Всем привет! Добро пожаловать на серию по World of Tanks на консоли PlayStation 4. Играем с Максом. Всем привет. Качаем КВ1 и я и КВ103, Максу 85, ПТшки, короче, пятый. Ну, поехали на КВ1. Так, Ну, надеюсь, стоп. карта хорошая. Аренда, нормально. Не дай бог, Семёнка. Ну, вроде семерки не кидает на такую карту, хотя хуй знает. Схуя ли не кидает их на такую карту? Ну, я последний раз давно уже видел, чтобы большие левела на эту карту кидали. Ну, я недавно восьмерки сюда покупал. Ну ладно, убедил. Ну да. Ладно, Я же PSG. говорю. Пиздец. Ну ладно. Куда и Ну, поедем? блин, да хуль нам терять, пошли на центр. Помирать так с музыкой. Да. Т-29, ебать, он охуел, он не стоковый, еще и в топ. У нас Оба два таких. Т-20. Походу мы выиграем. А, ладно, у них тоже 2 Т-29. Надеюсь, они не топовые. Я надеюсь, что наш Т-29 не долбоеб. Ну, у нас один АФК был. А, все, вроде вышел. Это еще не главный показатель того, что он долбоеб. Ну, то, что он в АФК стоит, это уже плохо. Фурик. Я сейчас думал суициднуться с моста, но что-то передумал. Плохая идея. Чувак тут... Ой, ебать! ФВ-201 Блэк, не надо, ебать! Не совершай ошибок, не выезжай на меня! Иди Мне нахуй! понравилось, я Фурику сейчас на ходу прописал, а он по мне целился, целился, в итоге в гусеницу попал. ПВ, как думаешь, я его пробью? Хуй знает, но я ВК пробил. Не пробью. Давай, ВК. Если еще разок поп... О, фури. Фури не тут. Ну ладно. Не очень ты хотел. Блять, Ух, ебать, ВК. он хорошо тут жопой так стоит. Да. Пиздец. Я. Я ВК такой смотрю, Блять, охуеть. ФВ! Хотя. Я ФВ пробил. Ебать, мне арта пробила. Блять. Сука, тут Т-29 приехал. Да не один, а с А, нихе. братцами хлопцами. А, нихера ты далеко вылез. Ты чё Да, там, в так я себя в жопу поверил? настреливал там этому ФВ. Ебать. Ебать, я четко ток на тебя переключился, и ты сразу дух. Ну, я предсмертно Т-29 уебал. Ладно, поехали на ПТ. Тут не особо больше получился. Ну, я Ну 700 хотя, в дэмэджа принципе. наклепал. Ну да, 200. Мне не очень понравился. Он изначально бой что-то не... уже себя не оправдал с семерками. Ну, так, Айкови. бери. Айкови-кови. У тебя фугаска? СУ-8. А, нет, у тебя не Да, фугаска. у меня фугаск. Вот я Фугаска, хочу эту две фугаску фугаски. заменить, она говно. Блять, и карта говно, да ебаный стыд. А я даже если захочу, не заменю. У меня две фугаски. Выбор небольшой. Ну и в принципе, я думаю, она должна быть норм. Ну хотя хуй знает, я еще не катался на Айкове. Первый будет тут. Да, я катался на СУ-85, оно говно. Зато она скинула, кстати, хорошо. Нормально. Это такое поощрение. Небольшое. Ебать ты А чё у пиздюк. меня... А чё на ЭКВ какая-то крыша, блядь, спереди, как будто на нее что-то уронили, помялось немножко. Ну не знаю, вроде норм. Ебать, она как-то печально выглядит. В натуре, ебать, А я ты как мелкий. прешь, не? Ну вот сейчас 20... 18, 20, короче, 20. Ну, вроде должна у тебя нормально переть она. По-моему, у нас Не, надеюсь. зареспило что-то не очень. На, чё за расположение баз? Как-то криво.
Да нет, расположение баста еще более-менее. А вот расположение нас, вот это плохое было расположение. Я на самом деле хуй знает, куда тут ехать на ПТшке. Вроде встанешь в одно место, не получится стрелять. Встанешь в другое место, тебя ёбнут. Ебать, мы сначала едем, такие... Хотели оба друг друга пропустить, остановились и стоим. Ух, нихера себе. Это чё за пазик-суицидник? Пазик приехал, блядь, в гору въебался, сдох. Всё. Да ему там кто-то въебал. Знатно, ну, да. Так причем. Но он же сдох. Это факт. Ну я чувствую, здесь постоим, да? Нет. Ну, здесь метку не сидеть. Ну и тут прям. Единственное, по-моему, было стрелять, это пазик, когда он только приехал. И то я не ну, успел. И в пекло боя что-то лезть тоже не особо хочется, нас быстро переебут. Матильда. Понятно. Добил. О! Успел. Ёпарас это. АйКВ! Ой, АйКВ. АйКВ у меня, то есть, ой. О, я его на гусеницу поставил. На 128. На 156. Давай перезарядка, сейчас еще разок. Бля, перезарядка и долгая, на... писец. Я дебил, нахуя ему в башню стрельнул, да я ему только на 79 пробил. Бля, там был штук, но его убили. Бля, сзади! Рам. Я думаю, там наши справятся, там рам. А я не знаю, как правильно, рам или рама, рэм? Рама. Будет блять, рама. Промазал. Ах ты ж, сука. АйКВ, блядь. А, нихуя там пальчик. Я думал, она суицидится сейчас, ебать, она быстро вниз поехала. Ебай, я пазик шотнул. Блять, тут БДР. БДМНЛ. Ой, Т-67, здорово. Давай, не надо. Ну, то есть надо, только я тебе пизды дам, а ты не... Мне не надо. Да хорош меня толкать, я, падла. У меня хп, знаешь сколько? 1, 2, 3. Четко. Это в смысле не то, что я умею считать, а в смысле вот хп 120. Ну, я бы так не сказал. Блять, я АйКВ накрыл. Фу, а блядь. Я пойду в ВК разочек. Ладно, не, походу я не успею ему въебать. Да, я не успел ему. Т-67. Я хочу ей успеть въебать. Блять, да что? Ты ебаный стыд, задрал. Так, ну вот этот бой, блядь, в принципе, более-менее норм. Ну, блять, ну Т-67 не могла, что ли, подольше пожить? Я только 300 урона нанес, ну ебаный рот. Я 279, но я там вроде же какого-то пазика шотнул, так что я там под 5 хат где-то. Чё-то... Ой, блядь! Валентайн, ты чё, сука? Откуда? Блядь, да меня этот штук по-моему, заколебал. По-моему, он наугад стрельнул, что в меня попал сейчас. Возможно. Правда, он меня не пробил. Ну это ещё более... Стоп, в смысле он тебя не пробил? А, Валентайн. Он мне гусю повредил. Ну-ка, ещё раз. А, у нас на захвате один кто-то. Но это явно, походу, не Валентайн. Ну, хуй знает, так на бум стрельнул. Вдруг тоже в него попаду. Так, ну этот бой мне более-менее понравился. Ну да, мы хотя бы выиграли. Ой, ж. А, не 460... А, 182 дэмэджа. Видимо, я не успел немножко его шотнуть. В него кто-то еще попал. Снаряд, сука, долго летел. На КВ-1. Да. У нас это в принципе норм, только если она дамажит нормально. Ну да, на КВ-1, по крайней мере, уебищная фугаску. Погнали. Ну в топе, ну. Ну такое. В топе прям даже. Ой, карта сказал, еще норма. Неплохая достаточно. Главное, чтобы ну, арты я не было. Я искал, по-моему, на КВ-1 тут не очень. Не, норм карта, только главное, чтобы арты у противника не было.
Блять, ты чё захотел сейчас такой хуяк, у них 5 арт. И все в меня. Ебать, мы в топе, что ли? Две арты. Нихуя. Я сейчас сначала сверху посмотрел, да, блядь, я тоже. вроде мы по всем сам впереди, и такой хуяк, а тут седьмой. Чё-то такое себе. Мы заебали, давайте в топ, а? Ну, поехали куда-нибудь налево. 4.93 перезарёд. 4.79. Ты чё, охуевший экипаж, что ли, прокачал? Да, у меня фуловый экипаж. Мне Ебать, надо... Ты. Мне надо перк какой-нибудь что поставить будет. Качаться. Возможно. Я, возможно, на КВ-1 еще поставлю досылатель. А нахуя, если... Ну, у тебя уже фуловый, тебе только до кваса докачаться. Во-первых, я не только квас на нем буду качать, а возможно я его даже оставлю. КВ-1-то сам по себе заебись. Ну это да. Но... Я прокачаю на нем Т-150, прокачаю квас и прокачаю КВ-2. Но у меня это все уже прокачано, поэтому я не буду ставить. О, Абсолюшн. У. 43. Бля, где Абсолюшн там был? Ну ладно, на обум стрельнул. О, штук. Сводка. Су-152. О, я штуку, движок кританул. О, еще раз по штуку въебал. Я понял. Мне Су-152 въебал. Я ж тебе говорю, блять, мне тоже. Бля, ебать мне сейчас. Ебать мне сейчас повезло. Мне кто-то еще раз уебал, и потом еще от кого-то снаряд прилетает, но повезло мне срикошетило. А, возможно, это ж пик был. А где Су-152? Я ее типа даже не вижу. Су-152, она хуй знает где, она у тебя на базе стоит. Ебать, а как он меня вообще засветил, это я хер знает где был. Точнее, как меня вообще кто-то засветил. Ну, вражина. Может, она сама нас засветила? Ага. У нее прям рация... У русской же ПТшки рация всегда хуйня. Блять, слышь, там Т-43, надо Т-43 сейчас ёбнуть. Иначе он ёбнет нас. Главное, чтобы он меня не ёбнул. Ну, у тебя сколько ХП? 180. Здорово. Блять, не попал. Тебе пизда. Бля, ебать, пиздец. Я сука, его не пробил. У него 32 хп. Бля. Точнее, не то, что я его не пробил, срикошетило. Ой, блять, сука, 32 хп, заебись. Первый раз я в него не попал, а второй раз срикошетило, сука. Ебать, он, наверное, сейчас охуел то, что у него 32 хп, и он нас двоих убил. Это было печально. Ну чё, поехали на ПТшках. Ну-ка, ну, сколько мне там? А, мне 2800 осталось до следующего пака. И потом уже буду качать на СУ-100. Мне еще вообще ничего не вкачать. Ну, у меня один пак только, вот до фугаски. Я тут... Что я там это научился, немного пизданулся. Ну, бывает. Так совсем чуть-чуть. О, руина! Блять, ну, по-моему, для руина для ПТ-шек такой. Вот нас бы сюда на КВ-1 кинуло. На мелодинку. И желательно в топ. Надеюсь, мы сейчас в топ. Да. Ну, в принципе, нам не особо так важно, сейчас в топе или нет, но все равно фугаски.
Ну, если в топе, они хотя бы будут нормально дамажить. Ну, да. И, ну, почти три, а не четыре шестерки. Ну, в принципе, я предлагаю ехать в город тогда. В город, ясен хуй, в город. Я что, суицидник на поле кататься? Не, ну типа можно было кому-нибудь в кусты встать и покараулить кого-нибудь, но не. Нахрен надо. На кусты встать, тебя засветит и пиздец. Ну, тоже. Ты решил через дальний путь? Я решил, ну практически да, через дальний, только там чуть-чуть безопасней. У меня тут небольшой трабл. Какой? Совсем небольшой. Так, чуть-чуть. Что случилось? Да так, на, ничего интересного. Да заебал уже. Да я перевернул. Чё-то я так на самом деле и подумал. Мне еще наш пазик хотел меня попробовать перевернуть, только мне секундомер сбил этот. Да, переворот. Ну, бывает. Да отъедь, ёбаный рот. Бля, наш. О, пазик. Ну, блядь, ну, Absolution, ну, съеби, а. Пазик съебался. А, заебись. Поеду налево. Ебать, я вовремя. Да, блядь, Absolution, ну ты заебал. Арл. Тут Арл. Блядь, тут пазик. Ой, я на 168 квасу въебал. Блядь, да ну нахер, я поеду к тебе, тут арта херачит. А тут пазик. Да у тебя фул хп, хуль ты тут. Фул, у меня фул 350. Так у меня столько же. Ну только а пазик-то может меня ёбнуть. У него хп-то побольше будет. Он тоже фуловый. А где пазик-то? Допустим, я рискну выехать сюда. Он там по прямой. Ну что, рискнем выехать и уебать арму. Арл? Да. Ай, блядь! Ух, ебать, им на 348 еще и... Да, на 447! Блядь, я же там... говорю, пазик охуел! Да, он мне один раз уже пропихнул. Не тебе одному. У меня есть идея на него выехать, но, по-моему, он не уйдет. Давай, о, выйдем. Слышь, давай... Да-да-да, давай, прям выезжаем и хуярим по ним. Еба он скалолаз! Я ему на 107, блядь, тут попал. А я не успел. Он что-то слишком скалолаз. Стой, пазик. Не выезжай. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Писец. Рады еще мне украсть. Ебать там у гриля хп. Блять, Т-21. Ладно, гриль, так уж и быть. Я в него не попал! Фух, Absolution его убил. Прям снаряд под ним пролетел. Вот это было обидно. Блять, Т-21, кот съебываешь. Ёбаный рот. Ну, любит он съябывать. Блять, это... СТВЗ. СТВЗ нету, я понял. О, Т-21, давай сюда. Еба он послушный. Еба я по нему не попал. Ты чё, сука, на таран я решил взять? Ну и пидорас, ты охуевший. О, я ему 37 хп снял, я отомстил. Ай, бля, пацаны, въебите ему! Ты видел, сколько он тебя снял на таран? Не, я не посмотрел. 1 хп. Ебать, у меня 5 хп. Ну, в принципе, я хотя бы 600 урона. Мазай! Сука, мазай, мудила! Его там сзади ебенят, а он на меня. Мудак. Мы выиграли. Это хорошо. Только херово, все-таки я сдох, блядь, я думал на 5 хп все-таки выжил. Ну, 602 урона, в принципе, это уже не соточка. Мне понравилось, как я арлу 442 въебал. Ну, 529 экспы, ну, конечно, такой. Ну, ладно, пойдет. Ну-ка, сейчас надо посмотреть, сколько мне там на следующий пакет надо.
Можно загрузить в ангар, спасибо. О, Так. загрузила. Мне 1700, надо 1330. Да, еще 2300 до пакета. У меня пакет стоит один с кусков. Это плохо. А, заебись, а потом еще один пакет на 22. Ну там пушка уже будет 144 пробить и 180 урон. Поехали на КВ. Погнали. Блин, я забыл перк выбрать, ну ладно. Неважно. Так, Не карта страх. неплохая. Главное, чтобы в этот раз-то хоть в топ. То два раза уже подряд к седьмым. Стоп. Знаешь, я о чем подумал? А ты время засекал? Да. И сколько? 20 минут. 21. Нормально. Ну да, к седьмым. Не нормас. Сука, вы заебали. Ну чё, нормально-то нельзя на КВ-1 в топ попасть. Ну да, попали уже сегодня, блядь, заебали. Все, хватит. Поехали направо, пизды получать будут. Ясен хер. Смотри, суицидник. Оп, с горы. Чё, ХП потратил? Нет. Подвесочка мягонькая. Прокачал. Подвеску у нас умею делать. Жалко, что не на машинах. На танках хотя бы. Ты как будто каждый день в городе едешь такое, так думаю, ну что сегодня взять, семерку, восьмерку, может девятку? Да не, нахуй, танк. У него ж подвеска пизжа. Ну да. Нихуя на жмулиаперду въебали. На все хп. Нормально приехал. Блять, у меня авто вперед не выключил. Я бы на твоем месте так далеко не выезжал. Ебать, ты меня сейчас засейвил. Там этот снаряд предназначался мне. Меня накрыло на 50 хп. Мы одинаково подумаем, что надо пиздануть, да? По трассерам. Ясно. Блять, по трассерам хуёво из меня уебал. А чё, где засвет-то, алё? И чё так нас много-то тут? Чё бы и нет, посмотрим, что наш команда делает. Так, арта. Ну, арта, все понятно с ней. Ага. А, вот туда стрелять надо. Ничего интересного. Я понял. Это у нас что, нихуя не понял, но очень интересно. Блять, а можно засветить все-таки хоть кого-нибудь? Я заебался вслепую гасить. Правильно. Причем и не попадать. АМХ, по-моему. О, слышь, я кому-то гусеницу, походу, повредил. О! Снаряд от арты. Тебе жизнь повредил. Это факт. Сейчас следующий бой затянется, то возможно он будет последним. Я надеюсь, что он затянется. Что он будет нормальный, а не то, что нас вначале выйдет. Это факт. Давай, бери. Да чтоб нормальная карта и нас в топ. Хоть здесь давайте нас кидайте, пожалуйста, топ. Если нас на КВ-1 игнорит насчет топа, давайте тут. Хотя бы уже здесь. Лучше, конечно, на КВ-1, но все же. Ну смотри, уже 20 секунд дышит, это значит, сейчас он просто подбирает противников, чтобы нас в топ кинуть. Да, и чтобы противники лохи были. Берлин. Ну, кстати, сегодня мне эта карта понравилась. Ну да, вроде ничего так в целом. Но вообще хуй знает, что-то мы на ней пока-то только один выиграли. Она, походу, кстати, теперь химки заменяет. Просто химки я уже давно не видел. Хреново, химки-то заебись. Да, химки пизже, чем это.
Ну, в принципе, зато тоже Ну, город. в топ И мы хотя в бы. Чисто почти. топ. У них все пятерки, у нас одна четверка. Да ну нахуй. Дискриминация. Куда поедем? Направо, налево. Это кто? Без понятия. Без понятия, без поднять. Можно его кикнуть нахуй? Ну ладно, пусть сидит, раз не базарит. Да пусть. Я, пожалуй, вот тут встану и Потом. буду просто смотреть вот эту линию. Дальше не поеду, ну нахер. А пиздец, думаешь? Уверен. Хотя наш 167 слишком самоуверенный. Ага. Ну, тут есть где спрятаться. Чаффи и тыр-тыр. О, квас. Вот квас мне больше нравится. Перелет. Мне не нравится, А что я в прицеле. я дохуя умный, короче, решил сюда прийти. Ебать! О, бля, Квас, спаси и я защити! понял, в кого целился квас. Он только что в меня не Ай, попал. сука! Мой квас не хочет меня защищать, сука. Блять, я в кваса промазал. И что это было? Я в следующий раз тусу поставлю закрытый. Да, я вообще без понятия, кто это. Причем у меня вроде в друзьях его даже нет. Не попал. Ой, бля, Черчилль, давай не надо. Только не в меня. Да кто там опять Пожалуйста. с меня целится, вы заколебали? О, М4. Блять, ну Черчилль, ну я же сказал, давай не надо. Сука, и Да КВ еще меня не блять! прикрывает, гандон. Блять, а ёбну, сука. А я Блять, я говорил же то, говорю, что... ёбну, сука, КВ-1 нужен. Я, сука, за ним прятался, пидор взял и от меня отъехал. Я говорил то, что не надо было то далеко так переть. Так отсюда, блядь, фугаски, хуй, блядь, сколько попадешь, фугасы, хуй, блядь, сколько летят. Ну хуй знает, я попал один раз. Один, целый один, а Второй. я целый ноль. Зато я одного чела засветил, прикинь. Да, ты прирожденный светляк. Ну да, даже вон на арте. Ну да, на арте свечу. На ПТшке. Ну, на арте это вообще слишком мощное заявление. Ну у меня же получалось как-то светить на арте. Ну, тоже Получалось. верно. Когда за тобой приезжал тот, кого еще ни разу не светанули. Так, я пока выйду в ангар, поизучаю, что по танку. КВ-1 вернул. Четко, когда я вышел. Поражение на КВ-1. На самом деле неудивительно. Ты Да, ну один я же там нихуя хэви. не сделал только. Кстати, что по контракту можно? Блять, меня сейчас убьют, сука. Пидорасы. Чафик, сука, на гусеницу поставили и ёбнули. Что за гандоны? Ну, я Ну-ка, думаю, да. сейчас на этом будем заканчивать. Все. Да. После даже еще бой не сыграю. Ну, так надо. Думаешь? Уверен. Кстати, тут Лавгивер. В смысле, время ограничено приобрести за свободу. Чего за свободу? За свободный опыт, типа? Да все, А забей. почему? Кнопки-то нет. Чё забей, тут багнул. Вообще пофиг. Чё, Ладно, всем все, да? спасибо за просмотр, всем пока.